Доставайте свои клеши и туфли на платформе. Настало время диска. Лихорадка субботнего вечера ворвалась на экраны в 1977 году и перевернула мир с ног на голову. Незабываемый Джон Траволта в роли Тони Манера – просто бомба. Этот парень покорил наши сердца и танцпол-клуба 2001 «Одиссей» в Бруклине, сделав диско главным трендом. Фильм подарил нам не только умопомрачительные па, но и легендарный саундтрек от Bee Gees. Такие хиты, как «Stayin' Alive» и «Night Fever» сделали этот альбом одним из самых продаваемых в истории. Но «Лихорадка» на этом не закончилась. «Лихорадка» субботнего вечера перевернула мир моды своими яркими нарядами и сделала диско всемирным феноменом. Это был не просто фильм, это было целое культурное движение. Так что в следующий раз, когда услышите этот диско-ритм, вспомните Тони Манера и фильм, который заставил всех нас пуститься в пляс. Не теряйте ритм.